А у нас снова небольшой ченч гитар. Вот, и поступают вопросы. Классные девчонки пишут нам зрители. Я еще успею подъехать. Тот, кто написал, успеет подъехать в клуб «Примус» сегодня к 9 часам или к 9:30. Вот, там будет еще больше классных девчонок. Вот, и не менее классные парни. Как вы будете отмечать Новый год? Ну, наверное, вот начнем с нашего барабанщика Ралифа Миняхтамовича Газалдинова, моего большого друга. Вот, ну и, я думаю, не только ко мне, вопрос ко всем участникам нашего скромного рок-н-ролльного коллектива. Ну, как ты будешь отмечать? Давайте лучше споем. Споем? Желательно на сцене. А, вообще, желательно, да, на сцене, да. Вообще, я вот не помню, по-моему, последние 5 лет мы... не было такого Нового года, который бы мы вообще с тобой отметили традиционно, да, за столом, с дома, там, на диване, под речи президента, с салатом оливье, там, с бутербродиками намазанными. Там, вот. Мы постоянно играем концерты. Вот. Нам это все очень нравится. И предновогодние концерты дарим людям радость встречи с песней, с рок-н-ролльной. И, соответственно, в сам Новый год. Вот. Надеюсь, в этом году мы тоже придумаем что-нибудь мега интересное. Вот. Если мы не будем играть, то мы поедем куда-нибудь, может быть, в горы. Я призываю всех, значит, зрителей канала «Урал-1» не сидеть в гаджетах дома, там, не смотреть все это дело, там, а ехать и активно проводить не только сам Новый год, но и новогодние праздники. Вот сейчас мы вам сыграем бодрую песню, одну из, наверное, последних написанных нами. В руке сжимая автомат, по остывающим телам и по обломкам баррикад пройдет железной пятой и смоют кровь с мостовой. Над миром встанет луна, багряном заре не одна. Ты родится в пиковой игре яростный хата. Эта музыка последних русских париков заставляет, не скипаясь, нас идти вперед. Эту песню вместе с нами новый мир поет. Тех, кто не знал слова страх, погибших в уличных боях, в объятиях примет земля. Дождем оплачут и небеса, но если снова беда, то вместе с нами, как всегда, их тени смело встают и в новый бой нас всех ведут. И родится в диком вихре яростных атак. Это музыка последних русских баррикад заставляет, не скипаясь, нас идти вперед. Эту песню вместе с нами весь народ поет. Это значит, что настало время бить там-там бумерангами по вашим глупым головам, пулеметной дробью отражаясь тут и там. Пара-пам-пам-пам-пам. Рукою поднимаем флаг. Бьется музыка последних русских парика, заставляет, не скипаясь, нас идти вперед. Эту песню вместе с нами новый мир поет. Но пасаран.